have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами, как обычно, в бесконечных мирах Роблокса, как вы, наверное, уже заметили. И сегодня мы находимся в Мэд Сити. Здесь вышла очередная обнова. Буду с вами честен, прошлую обнову мы с вами чуточку пропустили. Там был босс, и за этого босса давали вот такую вот штуку. Вот такой космический корабль одноместный. Валим отсюда, давай, ходу. А, что? Мы теперь не можем пойти на... Точно, блин, теперь мы... О, это новая башня какая-то появилась. Это база супергероев. Не то. Давай сюда. Да, теперь оказывается, раньше бандиты могли свободно заходить на базу супергероев. И, это было не совсем честно, но можно было спаун-кемпить. Но сейчас-то запретили. То есть до этого, например, полицейским запрещали попадать на базу преступников, потому что это было бы, читерство. Собственно, сейчас то же самое произошло. И... Тут добавили новую башню прямо посередине озера. Тут добавили... Говорят, что добавили новое ограбление. По-моему, оно маленькое, поэтому мы его не видим. Но... Я вижу супер. Воу-воу-воу-воу-воу. Лютый лайкер. Ты собрался из ракет убивать супера? Да, это легко, они самонаводящиеся. Суперы самонаводящиеся. Сейчас, погоди. Стоп, а зачем мы будем его убивать? Да в самом деле, оставь его в покое, поехали. Нам надо... Заставь, пойдем. Пойдем, я походим знаю, по... Мне просто интересно, что в той базе. Ну там же новый супергерой что-то. Да, кстати, появился новый супергерой. Ой, там тоже какой-то супергерой. Что, это база суперов теперь так выглядит? Да, это база суперов. Ох, ты ж елки, у них же была подземная база. Ну я башня, конечно, это круто. Я думал, это будет башня какая-то сюжетная. Милочка, вот, теперь у нас на вулкане появился замок. По-моему, теперь это база суперзлодеев. Возможно. У нас появился такой класс, как суперзлодей. Интересно, как он делается. То есть, как достигнуть этого класса и что нужно, чтобы... Я тебе... Спасибо. Я уже иду. Слушай, ты не задохнешь, что это чуть-чуть слишком хе-хе. Оп, полетели. Полетели, знаешь что, пойдем в пирожок? Где, какой пирожок? Вот. Я сразу не заметил пирожок. О, а что оно так прогружается все? Ну хорошо, допустим, карту обновили, еще не все оптимизировали. Пойдем, я попробую добыть джетпак. Пойдем. Он только открылся. Почему не пирамида? Ну, потому что джетпак дают за пирожок. Да прекрати. Кстати, это не супер новый герой, это просто... О, кстати, вот нам грабеж. Так, Тони вот эта штука? Это интересно. Так, дайте мне сказать. Тони супер новый герой, это просто выбрать рандомный класс супергероя. Так. Ну, хорошо. Давай попробуем сходить. Битву обновили, смотри, как она теперь выглядит, как бейсбольная. Это интересно. Идем. Так, стоп. Белое, розовое, синее, синее. Белое, розовое, синее, синее. Что-то где слишком сверкают, у меня глаза болеют. Да. Штуки больше думают, что там. О, я проскочил. Стоп, тут внутри, может, что-то тоже обновили. Погоди, не ломись, прям так. Белое, розовое. Белое, розовое. Синее, синее. Белое, белое. Так, стой, отойди. Белое, розовое, синее.
Синие. Ну, у меня сработало. Сейчас мы получим немножко свободы в передвижении, то есть джетпак. И станет... Ёпперсоте! Я... О, кто-то уже с джетпаком. Оно стало по-другому как-то ходить, что ли, или мне кажется? Не, оно никак по-другому не стало ходить. Я помню уже, я 100 лет играла в это. 100 лет? Ах ты, древний старец. Так, это я помню. Здесь нужно вот так пробежать. А вот тут и карточка. Возьми, пожалуйста. А, теперь, чтобы взять карточку, нужно тоже зажимать. Или раньше... Че вы тут дабаете? Чувак стоит, дабает просто. Опа, опа. Типа, чего? Э, ты же деньги собрал, да? Вообще, погоди, я тебя на улице подожду, окей. Хакедоке. Хакедоке. Хадоке. Хадоке. Фух. Ты чуть не умер? Ну, типа того. Блин, 35 хп осталось. Я полежу, восстановлюсь немножко. Которая чуть ли не ваншотная. Ладно, я пойду, пока быстренько деньги возьму. Возьму? Хотя лучше тебя подождать. Так не, в смысле возьму, положу, ты имеешь в виду? Ну, иди да, положи ты... деньги. Ну, о. Ну что, за тобой поехать? Не-не-не, я сейчас сам выберусь, я уже практически я уже там. Иду. Хопа! Где? О, давай. Йо, давай, you know the way. Ну, идем, придет, хотя полиция уже не такая классная. А полиция когда-то была классной? Ну да, раньше полиция была с джетпаками, а теперь им запретили брать джетпаки. Как они смогли это делать? Ничего себе, красная штука какая-то была. Вы же не пофиксили вас? Не знаю, сейчас посмотрим. Не пофиксили? Давай я переоденусь, наверное, в свою пижаму. Да, 4,5 уровня за одно ограбление. Прикольно. Так, пожалуйста, в аэропорт, молодой человек. Я тороплюсь на рейс. Так что стреляют с дробовика? Они пытаются подбить наш вертолет. Наверное. Так, по-моему, ты собираешься подбить наш вертолет больше, чем они это делают. Эй. Он что, железный? Не знаю. Он текстурированный, смотри, понимаешь? Смотри, из него искры летят. Он сделан из текстуры, это круче, чем железо. Текстура в игре, ты же знаешь, что текстуру ничего не может победить. Так, где? Текстуру могут победить баги. Тут, по-моему, тут что-то поменяли, нет, или мне кажется? Да тут ничего не поменяли, пирамида так и осталась пирамидой. Ага. Только тут что-то. Стой, а разбомбленный атомный завод? Куда этот дорога ведет? О! А вот этого не было. Тут взорвался ядерный реактор. Смотри, все везде забрызгано этим. Фу. О, эта штука скрылась. Так, я пошел за джетпаком быстренько. Ладно, отгоняю. Я тоже пошел за джетпаком. Что? Такой, он на вертушке пролетел. Так, я тут еще денежку сначала заберу. Опа, 1000. Пища. Тире-тире. Супермен. Суперкот. Что? А-а-а! Вот это тебя забагало. Откройте мне дверь. Вот это реально суперкот. Знаешь, котик так и подходит и говорит, а, откройте мне дверь, я не могу выйти. Я увидел кучу вискоса. Ай. Ну, не знаю, ребят, на самом деле, на мой взгляд, могли бы взлом чемодана сделать чуточку побыстрее. Тут еще, кстати... Ну это же чемодан, какой взлом? Слишком. Давайте заберем джетпачок. Или даже джетпачек. Теперь джетпак не бесконечный. В смысле?
Это как вообще? Ладно, я уже передумал, не свой ловит чекпак. Почему? Он теперь не бесконечный, там теперь нужно ждать, когда заполнится штука и будет на чекпаке зеленая фигня. А я не вижу, где эта штука и что должно заполниться. Ну, на чекпаке сзади. Ну? А, она желтеет! Блин, джетпак пофиксили. Ну, в смысле, пофиксили, понерфили скорее. Ладно, это уже не так уж интересно. Я увидел дом самого Посейдона. Тут гораздо обновили локацию. Я понял, как стать суперзлодеем. Так, и как же? Это, по-моему, надо зайти за супергероев и просто убивать полицейских. А, теперь супергерои могут быть и героями. Слушай, а вот это классный поворот. Блин, джетпак реально заканчивается, черт. Так, хорошо, я понял. Вертолет. Вертолет. Я хочу зайти за другую команду и попробовать. А кто-то очень недоволен героями, такой типа, герои фигня. Пойду в Козлино зайду, посмотрю, что там поменялось. А я пойду в новый грабеж, узнаю, что там. Где он? Покажи, стой, я с тобой хочу, стой. Ну, это рядом с пирожком, такая длинная башня, светленькая такая. На ней еще куча всяких штук. Длинная или высокая? Ну, высокая, длинная. А, вот, я ее вижу. Ты где? Я не знаю, где я, но я где. Тут пусто. Выросла капуста. Ничего нету, это просто обычное здание со входом никуда. Значит, они просто сделали... Они просто сделали проход в это здание. То есть, его еще нельзя грабить, погодь, да? Да. Давай зайдем посмотрим, все-таки это новое здание в городе, давай хотя бы глянем. Что? Давай залазим вверх. Я стою на голове. Ладно, поехали. Не умеешь стоять на голове, у тебя курица не выдержит. Так для этого у меня курица на голове, чтобы стоять на ней. Откуда у курицы лапы на голове должны быть? Пойдем банк ограбим. Так, ладно. Там же не банк это, там же там... KFC. KFC. Ну да, KFC. Ладно, тут, по-моему, где-то должен вертолет пролетать рядом с вулканом. Какой? Стой, ты видел нефтяную вышку? Возле тюрьмы появилась нефтяная вышка, давай туда. Иду. Развернись. Бегу. А? Развернись. Я иду уже в тюрьму, я не еду. Значит, не тюрьма, значит, это что-то другое. Сейчас, иди сюда. Куда? Сюда. Куда? Сюда. Я на крыше. Я не вижу тебя. О, это ты? А, это я. Стой. Сюда. Да, блин, прекрати. Развернись. Стой. Не. Сюда. А, почему? Стой. Почему все так загружено? Вон, вот эту нефтяную вышку, я тебе говорю, мы ее раньше не видели, видишь? И что это вообще такое там на острове? Это вообще новый остров? Офигеть, я потом искал, что рядом с тюрьмой. Я думал, что это тюрьма. Это военная база. Смотри, тут военный джип за 300 военная штук. База. Кстати, военный джип за 300 штук. А тут есть что-то новенькое? Такое... Офигеть, вот это полностью вся новая тема. И нефтяная вышка. Вылази из вертушки, посмотрим. Да мне лень. О. Я же кот. О, нефтяная вышка. Так я тебе про нее и говорю. Спасибо, такси. Ладно, залази, тут ничего интересного нету, даже на здании пусто. Серьезно? Угу. О, корабль плывет. Ну хорошо, но это новая локация. Новая локация означает, что здесь что-то будет. Появился новый остров, новая нефтяная вышка, новое какое-то здание в центре города. Появилась база суперзлодеев, я не знаю, если это база суперзлодеев. Кстати, исчез пиратский корабль, да? Да, пиратский корабль давно исчез. А я только сейчас это заметил. Это полицейские на этой фигне. Это не полицейские, это супергерои. Он синий, почему? Это был полицейский. Ну да, тебе ниже, тебе лучше.
очевидно. Спасибо. Тот момент, когда всем высоким хорошо видно вроде, а тут тебе низкому хорошо видно. Да-да-да. Тот самый момент, когда... Так, на самом деле мне интересно вот это вот взорвавшийся ядерный реактор, ну вот эта атомная станция. А это что такое? Я сам не знаю. Это... Чего? Как это здесь оказалось? Ну не знаю, наверное, они пожаловались, что им на один дом, наверное, упал пиратский корабль. Где мы вообще? Я не знаю, ну вот там в мире, который покрыты... куполом воды, чтобы им дышать могло. О, это реально чувак какой-то Посейдон с вилами. Ну да, это... Ну, в смысле, с трезубцем, с вилами. Да это Посейдон, какой Посейдон? Таких не существует, это великий кот Сейдон. Кот Сейдон, согласен. А! Ты меня сбил! Нет! Ой, тут морская звезда, ну, по крайней мере, просто звезда. Почему она не красная? Честь, ты в прыжке запрыгнул мне в кабину? Да. Радуйся, что я тебя не вытащил за шиворот. Откуда? Чего? Это нарисованная луна? Я думаю, это отражение луны. Это отражение луны. Ну, тут нет луны. А-а-а. Серьезно, я впервые вижу луну. Стоп. Помнишь там месте, где можно было зайти к супергероям? Я помню. Пойдем туда, пойдем посмотрим сейчас на базу суперов, как она выглядит, на подземную. Если перенесли базу, пойдем на подземную базу глянем, что там сейчас происходит. А вдруг она вообще пропала? Не, было бы обидно, она очень хорошо проработана была. Там были эти и лифты, и машины, и всякое такое. Пойдем посмотрим, что там творится. Нет. В смысле нету? Она тут была? Не утопи нас. Да не утопи у нас, я умею водить кораблем. Стой, не может быть, что они убрали эту локацию. Не убрали эту локацию. Зачем? Там можно было сделать что-то прикольное, что-то другое. Давай узнаем, что будет, если мы влетим сюда. В радиацию? Да. Мы станем серверами? Вряд ли. Походу я уже понял, почему ты позеленел. Мне-то как раз радиация это не вредная, а тебе? Так, ребят, на самом деле тут мне как-то... Мне очень интересно вот это вот что-то. Тут как-то дофига чего нового творится. Смотришь, ракет. О, сбил. Я его убил. Угу. Он живой, он живой! А, нет. Он все, да. А, ну чего? Обычно такие полностью черные штуки. Вот почему-то. Да. Ну-ка, вылази. Ай-яй-яй! Ай-яй! А ну-ка вылази, блин, ага! Два раза! Ну я думаю, это портал! Ага, ну это в принципе да, портал к нам на базу. Ой, я хочу. Я не успел к супергероям зайти. Я только такое посмотрю. О, нет, это он супергерой такой. Нужно идти, нужно идти. Что, я просто хочу пролететь. Я уже иду. Ой. Не, ну смотри, ладно. Мы пока посмотрели. Пока понятно, что творится. Пока понятно, что происходит. Иди сюда, на базу нашу. Уже иду. Вот, вылазь, заходи на базу. А ты в какой именно стороне? Да просто в дверь зайди, на базу внутрь. Потому что тут светло, тут хорошо. Ты где? О, вижу. Такой с неба упал. Хдыщ. Да, ребятушки, в общем, такая у нас сегодня получилась серия. Небольшая, но мы увидели много чего нового, много чего прикольного. Ты что, стал супергероем? Да. Я на секунду увидел твой желтый ник. Что я тут делаю? Почему? Что я тут сделаю? Выйди. Посмотри, почему я тут заспалился? Ну, на базе супергероев. Я не на базе супергероев. Сам выйди, посмотри. А где?
О, привет. Что я тут делаю? А вот этот вопрос уже реально к тебе. А, что ты тут? Трогать. Да не буду я тебя трогать, я бы тебя пристрелил бы уже давно. Иди сюда. Что, у тебя нет пистолета? Есть. Что? Да, заспаунился, блин. Ага, когда ты близко подлетаешь, начинают текстурки проявляться. Прозрачный. Да, ребятушки, в общем, на этой веселой ноте мы с вами тогда пока что эту серию закончим. Как только мы узнаем больше об этом обновлении, как только здесь появятся какие-то боссы или новые ограбления, или что-то классное, что будет прям заслуживать внимания, мы с вами вернемся. Пока что... Хорош город разносить, я тут с людьми разговариваю. Хорошо, я уже лечу. А вот, так вот, такой, ага... Ага, ага. Вот, все, ребятушки, на этом пока что все. Приходите на следующей серии, мы вас приглашаем. У вас есть мое личное приглашение, прикиньте. Вот, пока что всем удачи, всем добра, всем бобра. Ну и всем оладушек. Всем покеда.